Террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в России, возможно, располагает ракетами класса «Земля-воздух», которые способны поражать самолеты. Об этом сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на полученную видеозапись. Из нее следует, что в самопровозглашенной столице ИГИЛ Раке смогли создать самодельные тепловые аккумуляторы, необходимые для самонаводящихся боевых частей ракет. Для работ привлекаются хорошо подготовленные ученые и эксперты. Как отмечает Sky News, боевики, судя по записи, смогут подготовить к применению тысячи ракет, которые были ранее списаны в западных странах как устаревшие. В свою очередь, Independent указывает, что исламисты уже давно имели доступ к такому вооружению. Однако тот факт, что они смогли создать тепловой аккумулятор, доказывает, что работы велись высококвалифицированными специалистами.